гармон. Всем привет! Я Алина Миллер, я основатель школы Sketch Просто. Сегодня мы будем рисовать с вами вот эту мягкую игрушку. Рисовать я буду на крафте, линерами, маркерами, карандашами. Начну я с карандаша и просто намечу, как будет сидеть игрушка. По тому карандашу, что я наметила, я возьму коричневый линер и буду прорисовывать шерсть. Линером закончили. Теперь надо убрать весь карандаш, который у нас остался. И переходим к маркерам. Теперь я могу взять карандаш коричневый и пройдусь по шерсти. Я еще возьму белую. Thank you.